Олимпийская чемпионка 2018. Алина Загитова, хорошо отдохнув в Дубае, вернулась к тренировкам. Алина поделилась новыми фотографиями из Ледового дворца «Хрустальный». На фотографии фигуристка позирует в коротких черных шортах, надетых поверх плотных непрозрачных колготок. Свой образ юная красотка завершила спортивной кофточкой небесно-голубого цвета. Вместо коньков Алина была в кроссовках. Видимо, кадр был сделан до выхода фигуристки на лед, когда она хорошенько размялась в зале. Также Алина Загитова провела фотосессию для афишек шоу-спектакля Татьяны Навки «Аленький цветочек». Олимпийская чемпионка Алина Загитова продемонстрировала навыки приготовления семги. Алина Загитова – олимпийская чемпионка в женском одиночном катании. Под руководством заслуженного тренера Этери Тутберидзе спортсменка завоевала все самые важные титулы в истории мирового спорта. Олимпийская чемпионка Пекина в женском одиночном фигурном катании Анна Щербакова отправилась в Баку, чтобы своими глазами увидеть гонку Формулы-1. Щербакова покинула предел России 9 июня, но фигуристка не сказала сразу, куда она летит. О своем местоположении фигуристка сообщила лишь на следующий день, 10 июня, опубликовав в Телеграм короткое видео с первой свободной практики Гран-при Азербайджана Формулы-1. 18-летняя фигуристка побывала на пит-стопе японского гонщика Альфа Таури Юки Цеоноды, засняв момент на видео. Сегодня удалось побывать в боксах и посмотреть изнутри, как болидам делают те самые восстановительные процедуры. «Очень впечатляет», — пишет Анна.